1, 2. Запись я пошла. Черт, здесь неужели тоже зумить? А нет, можно во время съемки зумить. Так, троечка. Как-то они... Какая-то странная психическая атака, блядь. Сейчас они соберутся. Просто там, я думаю, наверное, они тебя позовут. Я либо одного там прикопай сейчас на скалы. С пулемета. Чтобы обрадовал. Вот бы психическую атаку. Сейчас мы увидим, что делают. И руками, главное. Ну тот, ну ё-моё, что за детский сад? Я же не кого-то... Вообще эти чуваки, которые вот наши впереди лежат, я чувствую, они там кирпичи есть. А их никто не видит, попал. Ой, блин, я не то снимал. Танкирующий огонь, блядь. Снимай! Я снимаю, снимаю. Все. Шило в жопе, череп взлет, побежим на пулемет. Еще не выживаю больше такого. Вот. Это все, которые в конце. Ха-ха, разбежались. А я же их сбоку обойду сзади там. Ты заснял? Да. Блин, там такая гора трупов. Пленных не брать! Расстреливать трупы! Это все? Сейчас по болоту еще обойду. Нет, а я говорю, это все весь враг? Да, да. Очень мало. Сбился остальной враг. А там часть уходила. Непонятно. Причем полностью вооруженный. Конец или как? А, это как? Сейчас выйдет, скажет. Внимание, на дороге есть живые! На дороге есть живые! На дороге есть живые! Воевать до последнего! Нет, вы уходите, бля, на линии огня вы стоите! Всех убили! Этим парням не Эвил! Больше, конец игры! Эвил, конец игры! Конец!